Привет, меня зовут Матвей Северянин. Я уже 4 года занимаюсь видео на YouTube, получил серебряную кнопку YouTube, заработал на квартиру с помощью YouTube, в общем, хорошо в этом разбираюсь. Сегодня я хотел рассказать про наш новый проект, который называется «Школа YouTube». Мы научим тебя с полного нуля красиво разговаривать, вести себя в кадре правильно, снимать видео, монтировать, оптимизировать ролики, заливать их на YouTube и зарабатывать с помощью видео на YouTube. Прямо под этим видео есть все подробности по вступлению в нашу школу. Присоединяйся и начнем работать в команде на твой личный результат. Мастер Шифу? Я вовремя? Нет? Время — это иллюзия. Есть только сейчас. Ну а сейчас — это вовремя? Ты должен сделать следующий шаг на своем пути. От воина до учителя. Да куда мне? О нет! Это учитель дракона! Какой красавчик! Эй, пап, как дела? Ужасающе. Кто ты такой? Я ищу своего сына. Папа? Пельмень мне в рот, это ж ты! Откуда нам знать, что он тебе родня? А вот гляди! Идем со мной. В горах есть секретная деревня Панд. Ого-го! Вот и дома, сын. Ты совсем-совсем как я, только маленькая. А ты как я, только старенькая. О, он такой лапочка. Возвратился! Кто? Приносящий боль. Зверь-мститель. Создатель вдов. Не знаю. Ну, еще я работал с Угвеем. О, мастер Угвей! Молчать! Кай напал на долину. Он одержал верх, и теперь он примется за Панд. Ты должен научить их сражаться. Я готов их учить. Я сделаю вас мастерами кунг-фу. Хай! Никто не обещал, что будет легко. А теперь станцуй танец смерти. Враги справедливости, сейчас я... Стоп! Вы что, издеваетесь? Я полагаю, ты воин дракона. Ой, вот только не надо ля-ля. Я заберу у тебя. Ля-ля. Твою? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Твою? Ля-ля-ля. Твою? Ля-ля. Надо пойти туда. Но мастер Шифу сказал... Ты что, боишься? Даже мастер Ци пойдет туда, а он цыпленок.